19 августа спортшкола «Хелхем» Аликовского муниципального округа станет местом проведения фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Жители деревни Сареево, Ядринский муниципальный округ, в субботу и воскресенье, не покидая место своего жительства, смогут стать участниками или зрителями сразу двух республиканских соревнований по легкой атлетике и рыболовному спорту. 20 августа на набережной столицы республики пройдет межрегиональный турнир по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.